По лыжному трамплину, но не вниз, а вверх. Именно такое испытание пришлось пройти представителям команды «Магнитка Тим» в казахстанском городе Щучинске. Там впервые состоялся этап мировой серии Red Bull 400. Концепция состязания заключается в том, чтобы преодолеть, казалось бы, безобидную дистанцию в 400 метров под средним углом 35 градусов. Но в таком формате это под силу только самым стойким. И лучшими из лучших в этот раз были магнитогорцы, с которыми встретился наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. «Магнитка Тим» – коллектив, сложившийся и сплоченный. В активе его представителей участие во многих экстремальных стартах, в том числе гонке героев и стальном забеге. Здесь мы вдвоем, получается, ее представляем, Петр и я. Вот. Ну, я, Леся, к нам в этом году вот только добавилась. Она сама из Воронежа. Вот. Так у нас очень сплоченная команда. Стальной забег вы выиграли, получается. Да, вы были победителями. Да, стальной забег, последний, который был, мы его выиграли. Состязание в вертикальном беге на трамплин придумал спринтер мирового класса Андреас Бергер. Пробежать самые сложные 400 метров в жизни можно в 15 странах, в том числе в России. Магнитогорцы уже участвовали в подобных стартах в городе Чайковский. А теперь вместе с еще 300 спортсменов впервые опробовали трамплин Национального центра лыжного спорта в казахстанском Щучинске. Помимо местных участников, испытать себя приехали представители России, Азербайджана, Киргизии, США и Чехии. На командный забег вышли 18 четверок. Первой магнитогорцы доверили бежать Олесе Горловой. Ну, если честно, боялся их подвести, вот, поскольку я больше чуть-чуть в другом виде спорта преуспеваю, не в беге. Вот. И как бы, ну, не знаю. А каком? Велоспорт. Вот. Ну, тоже лошадиный спорт. Ну, лошадиный честно, спорт, да. Да, но чуть-чуть другое совсем. Ну, так настроилась, показала, что могу. Оказывается, могу. На своем этапе проиграла только двум парням из других команд. Двух парней еще, то есть обогнала. Среди девушек первой передала эстафету. На втором этапе Артем Полькин мощным рывком вывел команду в лидеры. На третьем Константин Шибицкий смог еще больше увеличить отрыв от преследователей. И на заключительном этапе Петр Тихонов уверенно довел дело до победы. Он, кстати, стал триумфатором и в личном зачете, пробежав полную дистанцию 400 метров. Всего за несколько часов ему пришлось подняться вверх по трамплину 3 раза. Первый пролог я прошел спокойно, потому что задача была попасть в 100 человек. В принципе, ну, задача, я справился и сохранил силы для будущих стартов. На эстафете уже пришлось как бы там изо всех сил бежать, и подустал я так достаточно. Но спасло то, что задержали старт финала, и буквально 15-20 минут лишних мне удалось восстановиться, и на финал уже я выходил, ну, со свежими силами. В финале Тихонов сразу вырвался в лидеры и в дальнейшем, избежав толкотни на узких участках, финишировал с неплохим отрывом. Так что триумф «Магнитки» в этот день получился двойным. Павел Зайцев, Александр Макаров, телекомпания ТВ-Ин.